Мы готовы, но мы ждали доставку. Наконец-то пришло, и мы скоро отчаливаем. Вперед. День удался. Сегодня тепло, люди загорают, жара. Это для него первый трип подобной дальности. Дальше там часа от дома он не отъезжал. Очень встревожен, волнуется, аж руки трясутся. Вместе с Майком мы выехали из города Милфорд, штат Коннектикут, в Мэдисон, где должны были встретиться с Фрэнком Кроули. Он, как и Майк, пригласил меня остановиться у него, но я остановился у последнего. Фрэнк – профессор из университета Коннектикута. Сейчас он на пенсии и ведет на местном телевидении свою программу на тему миграции в США. Он всегда интересовался русской культурой и немного говорит по-русски. Оказывается, что в Советском Союзе он был, когда Гагарин полетел в космос. Именно в этот год, и он помнит это событие. Больше никаких планов с Майком мы не строили. Решили, что доберемся до Фрэнка, а дальше будем импровизировать. Приехали встречаться, а оказалось, мы приехали не в тот ресторан. Lenny & Jones. Их оказывается три. Нам нужен Мэдисон, а мы Уэстбрук. Не успели мы отъехать, как вот этот товарищ просто поразил меня своими знаниями географии. Для тех, кто не понял, этот товарищ показал на российский флаг и спросил: «Это немецкий?» Меня это ошарашило. Дабы избежать международного конфликта, вмешался Майк, объяснил, что я из России и говорю по-русски. Ну что, поедем тогда в Мэдисон? Я знаю, говорить по-русски только немного, потому что я знаю и я работал с много украинских людей и русских людей, и я учил говорить по-русски немного. Хорошо, очень приятно. У вас хорошее произношение. Да, спасибо. Да, конечно. Я начал учиться русскому языку в 61 году. Мы были в России, в Москве, в Киеве, в Ленинграде. Я думаю, что я буду путешествовать в Киев, но август или июль. Джулай. Да. Да. Потому что я знаю много украинских людей. Do you have бабушка there? I am Irish and Italian. I have no reason at all. Oh my god! Crowley, Irish. McLaughlin. You people so yeah, crazy. Really? Crazy. I was always interested in Russia and the former Soviet Union, even as a kid, like I'm probably a teenager. I don't really know why. And then about 5 years ago, I working with a team in Ukraine. I'm in software development, and ooh. I went there a few times, and
I just really liked it. I had That's a good experience. That's nice, very nice people. Literally, we have no idea where we're going to be tonight. Somewhere in Rhode Island. Somewhere in Rhode Island, yeah. Oh, wonderful. Mm-hmm. Oh, there are a couple of beaches there. Burlingame State Park. Just pitch your tent. All right, we got tents. Burlingame State Park. Эта встреча прошла на одном дыхании. Весело, интересно. Мы решили ночевать в палатке. Но предварительно заедем на фиш-маркет, чтобы купить свежих морепродуктов. Хотели их приготовить на открытом огне. Но также не забыли направить запрос на сайте Couchsurfing. Вдруг кто-то ответит, и нам удастся переночевать в каком-то более цивилизованном месте, чем палатка. Распрощались с Фрэнком и в отличном настроении. Он сказал, что двери его дома всегда для меня открыты. Побольше бы таких людей на моем пути. Приехали в местечко, называется Стонингтон. Это все еще штат Массачусетс. Здесь рыбацкая деревня. Нельзя передать запах здесь, какой стоит. Здесь рыбацкие лодки, рыбацкие клетки. Они ловят здесь креветок и прочую живность. Наши планы входят взять какую-нибудь рыбку и приготовить ее на мангале. Ну, пойдем ее искать. What do you got? Can you show me? Can I look? Not bad. It's a good dinner. Good dinner. In memory, fisherman who died at sea. Мемориал людям, которые погибли в море. Молодцы, чтят память. Вот она рутина. Люди каждый день выходят в море, ловят рыбку, возвращаются сюда, моют лодку. Рыбку, которую поймали, сдают в магазин, в рестораны. И на следующий день они снова идут в море. И это рутина. Это каждый день они это делают. А жить когда? Магазин оказался закрыт. Моряки уже разошлись по домам. И ничего купить нам так и не удалось. Мы были голодные. На улице темнело. Майк предложил посетить ресторан. Морепродуктов, соответственно. Его желание можно понять. Он в отпуске. Это я в путешествии, где каждый доллар на счету. Ну, раз уж мы команда, мне пришлось согласиться. Пока мы отведывали местные кушанья, нам пришел ответ на запрос ночлега. Пригласила девушка по имени Симон. На улице уже темно. Ехать до нее 1.5 часа, штат Род-Айленд. Мы поужинали и решили ехать, так как до ближайшего кемпинга также был час. Синоптики пророчили дождь. И вариант кемпинга нас совсем не привлекал. И мы отправились к Симон. Hello, sir. What do you think about this trip? So far it's awesome. Очень хорошо. Очень хорошо. How many miles left? 3.5. Yep. Great. Let's move. Yes, this is much better than camping. This is the girl, who saved us. Tell us about yourself. Hi. Hi. I'm Simone. Okay. I'm 21. Okay. This dog and my family. And part of your family. Part of my family, of course.
I graduated high school a few years ago, and I lived in New Zealand for a year. I just got home from that back in March. And now I'm just kind of working and saving some more, and I have no idea what I want to do with myself. This camera's really close to my face, but that's okay. This is like kind of like traveling, right? If I have people that are traveling with me, then it's like the same kind of vibe. Yeah. It feels good to have people here. Немножко темно. Oh man, not everything can be recorded. Why not? Because I had some shit talking to do. Yeah, she was saying stuff that she doesn't want. Yeah, that's true. Симон сказала, что она уходит на работу в 7:30. Соответственно, мы должны проснуться к этому времени и покинуть дом. Мы пытались придумать маршрут и места, которые хотим посетить. Однако начался легкий дождь, и планы нужно было корректировать, учитывая этот факт. Вечер мы провели за бутылкой рома, играли в карты, смеялись, общались. Было здорово. Ну что, пора спать. Посмотрим, что нам принесет следующий день. Ведь этот день мы начинали без малейшего представления, куда нас приведет наша дорога. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки, дизлайки, оставляйте комментарии. Живем дальше!